Всем здравствуйте! Сегодня будет небольшой обзорчик моих растений. Продолжает цвести моя гордения, которая наконец-то у меня расцвела. Сегодня пятый день. Она еще держит свои прекрасные цветочки. Аромат невероятный. Уже, конечно, поменьше, чем когда она распустилась, но вот к вечеру очень-очень сильно достаточно пахнет, хотя уже цветочки уже не такие белые, а стали такие более, такие, вы знаете, как кремовые, такие даже больше, как уже желтоватые. Она уже на самом деле, наверное, уже скоро у меня отцветет. Очень нравится, что сзади на ней начали расти вот красивые листья. Если удастся передать, видите, старые еще по краю вот желтые, не знаю, с чем это связано. Вот, а новые уже начинают расти такие вот хорошие. Возможно, из-за того, что наконец-то начинают корни осваивать грунт. Вот, ну, хочу сказать по поводу, да, своей гордении, тот, кто, возможно, смотрит постоянно мои видео и знает, что она у меня изначально росла в горшочке с автополивом. Хочу сказать, что мне нравилось больше, мне легче было контролировать полив, скажем так. Вот. В обычном горшочке мне, скажем так, не всегда понятно, что ей требуется. Вот, но тем не менее она, видите, распустилась, несмотря на то, что я ее пересаживала. У меня есть видео пересадки. После этого я ее еще раз пересаживала, потому что как-то вот ей не понравился грунт. Я решила еще раз пересадить, но уже не снимала. Вот, и бутоны, несмотря на все эти манипуляции, они сохранялись, да, с зимы. Вот здесь еще должен был быть один бутончик, но он, к сожалению, у меня опал. Хотя непонятно по каким вот причинам, да, то есть два вот раскрылись, а третий, к сожалению, опал. Также хотела показать свою камелию Леди Кэмпбелл. Вот она у меня очень-очень так вот начала активно вот расти. Есть, да, видео пересадки, я ее пересаживала, но пересаживала я ее вот в такой вот пластиковый горшок, который остался у меня с предыдущих камелий. Она у меня долго сидела на месте, а сейчас невероятно. Вот сначала у меня вырастила вот такую вот уже высокую достаточно веточку, и за ней начали расти остальные. И она у меня уже такая стала вот не маленькая. Сейчас отойду. Если видите, уже выше, наверное, гордений. Здесь у меня, кто помнит, моя еще одна камелия, которую я покупала в оценке. Да, она у меня вот достаточно высокая. И вот она уже, моя Леди Кэмпбелл, практически по высоте догоняет уже вот эту мою камелию. Кстати, на ней растет вот такой вот красивый листик, раскрывается. И еще заметила, что здесь тоже будет листик. Если удастся, вот тоже такой вот. Сначала вот такого цвета, такой вот, знаете, как карамельный или коричневый, даже карамельно-коричневый. В общем, невероятный цвет. У каждого сорта молодые листья растут абсолютно разного цвета. А также приятно была удивлена и недавно заметила, сейчас я вам покажу, возможно, это уже на ней начинают формироваться бутоны. В общем, такие вот интересные образовались почки. Вот смотрите, какая невероятная красота. Вот, возможно, это уже почки. Именно бутоновые, цветочные. Так вот просматриваю, но вот в прошлом году, да, на Леди Кэмпбелл у меня сформировались, вот, только начали наклевываться. Это был где-то вот как раз июль месяц. Вот, кстати, на Леди Кэмпбелл у меня наверху, сейчас вам покажу тоже. Мне кажется, что это уже формируются бутоны.
потому что ростовые почки, они немного выглядят по-другому. Вот как раз на вот этой веточке, которая у меня выросла вот в начале весны, где-то она выросла. Вот такая вот веточка, даже есть в каком-то обзоре, она прямо так выбивалась, уже даже листья на ней, видите, потемнели, потому что на новом приросте они вот как только, вернее, он растет, да, они такие вот ярко-ярко салатовые, а потом темнеет. И вот на ней уже сформировались, на мой взгляд, бутоны. Вот. Также хотела показать, как выглядит моя азалия, вот, которую я уже пересадила. Это моя новая азалия, которая была куплена 8 марта. Это белые колокольчики. Вот я ее пересадила вот в такой вот горшок. И она, в принципе, выглядит неплохо. Но хочу сказать, что кто-то меня тоже спрашивал там за пятна, да, что вот на ней периодически вот появляются вот такие вот листья. Видите? Причем молодой прирост растет красивый и все. Но вот я уже говорила в каком-то видео, да, что она у меня очень-очень густо вот растет, и я уже ее и прорежала немного, да, отрезала, чтобы все-таки воздух подходил вот к корням, сам грунт хорошо, вот знаете, проветривался, потому что азалии, они очень склонны именно вот грибковым заболеваниям. И вот смотрите, я уже и фитоспорином ее, и все равно, видите, листья вот такие вот появляются. Я их периодически удаляю, да. Видите, молодой прирост, все отлично растет. Но вот эти листья, вот все-таки, что я могу сказать, что я жалею, что все-таки мне нужно было ее подстричь. Подстричь и хорошо все-таки обработать. Вот, потому что действительно, вот когда сильно густая крона, да, и плюс я еще опрыскиваю, вот, и вот встречаются, к сожалению, вот такие вот нижние листья. Ну, не знаю, я уже обрабатывала, через 7 дней буду повторно обрабатывать, вот, так не хочу, чтобы она у меня заболела, видите, и так вот общий вид, скажем так, у нее хороший, да, но вот такие вот листья. Потому что сильно-сильно очень густая, и я так подразумеваю. Хотя, вы знаете, при покупке, да, я вот тоже показывала, что такие листья были на ней тоже. То есть она у меня уже была с таким вот грибком. Они потом пропали после того, как я обрабатывала фитоспорином. Я уже говорила, что я и эктары проливаю, да, от вредителей, когда только покупаю, также и фитоспорином, и все, и вот через какое-то время опять появляются вот такие вот листья. Также хотела показать, что у меня, сейчас уберу вот эту мою красавицу азалию, покажу свои череночки, как они у меня выглядят. Вот, смотрите, черенок уже вот-вот скоро распустится. Посмотрите, на какой стадии уже бутоны. Вот, смотрите, какая красота. Видите? Неоднократно спрашивали, да, вот период, как быстро распускаются бутоны, да, вот через сколько они распускаются, когда уже заметил, что они появились. Абсолютно все по-разному. Видите, черенок достаточно быстро. Недавно появились бутоны, и они начали вот активно развиваться. И вот уже 1-2 дня, и цветочек полностью распустится. А бывает такое, что с бутонами она может вот на такой вот стадии, да, вот такими вот именно зелеными, она может стоять и 1 месяц, и 2 месяца. У меня даже было, что и 3 месяца. То есть ничего не происходило, а потом резко раз и начало распускаться. То есть абсолютно невозможно, на мой взгляд, предугадать. Но ориентировочно, но вот я же говорю, даже вот ориентировочно. Бывает и через 2 недели они начинают как-то распускаться. Вот видите, черенок очень активный. Сейчас хотела показать, какие уже корни.
Посмотрите, какая уже корневая. Вот относительно недавно снимала, да? Посмотрите, какая шикарная, как шикарно корни проросли в грунт. Ну вот и как говорится, неудивительно, что он собрался цвести, потому что видите, как корни активно осваивают, и черенок сам очень сильный. И ничего, видите, абсолютно не удаляла. Он очень у меня такой вот не столько растет, сколько сейчас он вот цветет, но все равно вот видно, что растение достаточно крепкое, очень хорошее. Вот. Очень хорошо укоренился. Очень хорошая корневая. Хотя, видите, вот эти два еще черенка, они все одинаково укоренялись. Здесь я уже говорила, у меня оторвана макушечка, да. Стриж залетел, оторвал. И покажу вам, какая здесь корневая. Но тоже хочу сказать, тоже неплохая. Конечно, самое шикарное, это на вот этом, который у меня зацветает. Но здесь, смотрите, относительно недавно снимала, да. Еще не настолько проросли, а сейчас тоже очень хорошая корневая. Видите, уже и сорняк надо вырвать. Вот, видите, очень хорошо. И он тоже бодренько у меня выглядит. Несмотря на то, что макушечка одна оторвана, но, видите, очень красивый, красивый такой крепенький череночек. И вот у меня третий череночек, тоже очень хорошо выглядит. Тоже вот как-то листья начали крупнее, значит, ну, растет. Это означает, что она растет. И вот покажу, какая здесь корневая. Здесь, по-моему, была меньше всего такая, да? Я уже где-то делала обзор. Ну да, вот тоже, видите, видно, что есть корни, но, конечно, еще не совсем так вот ком именно оплетен, но тоже хочу сказать, что корневая вполне хорошая. Смотрите, какие невероятные белые корни. Такие только можно увидеть у таких вот именно череночков, такие вот корни. Такие вот красивые корни. Ну, такие вот череночки. Буду надеяться, что с ними все будет хорошо, что они за лето у меня еще подрастут. Этот череночек у меня уже вот-вот расцветет. А также хотела показать черенок, который я снимала последним. Да? Это от моей зали сорта Кирин, которая была куплена 8 марта в этом году. И я хочу сказать, что корневая, у меня есть этот черенок на видео, да, кто не видел, можете посмотреть. То есть корневая достаточно была шикарная. У него даже такие вот, напомню, были корни, как, знаете, воздушные. Вот. Но хочу сказать, что смотрите, сколько уже прошло времени, где-то уже недели две, как я уже его достала. Но корни еще не видны абсолютно. Абсолютно еще не видны. То есть очень-очень медленно прорастает, что даже вот ничего еще не видно. То есть вот те, которые были, видите, укоренены с моей азалии, да, с прошлогодней, я ее тоже купила в оценке штамбик, да, это мой розовый такой вот штамбик был. Вот он у меня, получается, был год. Через год я его подстригла, да. Попробовала укоренить черенки, они у меня укоренились, и они активно после перлитовских корней начали осваивать грунт. А вот этот, видите, не торопится, возможно, потому что все-таки это еще не адаптированная азалия. Да, она была вот только 8 марта куплена. И, соответственно, еще, вот видите, достаточно трудно укоренять. Укореняется еще, видите, проблематично, потому что уже вроде и время прошло, и какие корни были, казалось бы, что там остается прорасти в грунт, а видите, ничего. И второй черенок с вот этой моей азалии, да, с беленькой, я тоже его показывала, он сейчас у меня находится на кухне. Он у меня после того, как я пересадила в грунт, начали опускаться листики. Вот буквально через дня два он, видно, что ему было дискомфортно, и я его поставила обратно в тепличку. Но также корни не проросли еще в грунт, поэтому показывать еще нечего, и надежды на него
50 на 50, что выживет, не выживет. Видите, все-таки с покупных, вот если вы берете черенки этого же года, то, на мой взгляд, они более, скажем так, хуже прорастают. Ну, возможно, попались такие черенки, знаете, слабенькие, а возможно, действительно, что еще она не совсем адаптированная, да, и возможно из-за этого. А также хотела показать еще свою орхидею, свой фаленопсис. Это мини-орхидея, возможно, кто-то помнит. Эта орхидея была также куплена в отделе у ценок вместе с моими камелиями в ноябре прошлого года. И вот она у меня, я ее также пересадила в такой вот двойной горшочек. Вот, и она меня решила порадовать. И я решила также показать вам эту невероятную красоту. Мне очень нравятся вообще мини-орхидеи, и это очень мне сразу вот понравилось. И я ее, считаю, по хорошей цене очень приобрела. И она сегодня вот порадовала, начала распускать свои невероятные цветы. Ну, в общем, невероятная, конечно, орхидея. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы она еще и на вот этих бы цветоносиках. Потому что я уже где-то говорила, что в магазине она продавалась, ну, которая без уценки, да, то это было просто белое облако из множества вот таких вот невероятных маленьких вот таких вот цветочков. В общем, такая вот красота.